Это угощение от королевы на саде, малыш. Королева помнит о вас и помогает, чем может. Ешьте. Ну и домой своим принесите. Если есть кому. А я тебе наслышана. Гроза машин, острое копье, милые веснушки. Говорят, у тебя есть совесть. Так экстравагантно. А ты кто? Ты ведь явно не из Карха Тьмы. Меня зовут Ванаша. Пока тебе довольно знать, что я здесь глаз рассудка в настоящем водовороте безумия. Мне это знакомо. Не сомневаюсь. Как и у Тиду. Хороший человек. Конечно, Карха Тьмы хотят его убить. Я кое-что разузнала. Он идет на зеленый склон. Там охотники его очень быстро найдут. Хочешь ему помочь? Он был бы очень рад. Хватит увиливать. Скажи мне, кто ты? Не увиливать? Еще прикажи отключить природный шарм. Это невозможно. Но открою маленький секрет. У меня друзья в Меридиане. И я стараюсь помогать им по мере сил. Утит им пригодится, если выживет. Откуда знаешь, что он невиновен? Я умею наводить справки. В общем, он кормит сироты своего пайка и защищает больных и старых от всех посягательств. Обвинять его в покушении на Итамина — просто бред! Скорее, он увидел что-то, что не должен был видеть. Иначе Бахавас не приговорил бы такого уважаемого человека к смерти. А почему зеленый склон? Он знает, что его ищут. Поэтому будет искать знакомое место, которое сможет оборонить. А в тех холмах он когда-то в одиночку отбился от целой банды. Я думаю, он решит пойти протаренной тропой. Я сделаю, что смогу. Ну а ты-то сама? Что, а я-то? А ты-то что будешь делать? Всякие полезные вещи. Три мертвых дерева к востоку от закатной крепости, начало зеленого склона. Удачи. Оставлю на потом.
голова наша. Посмотрим, был ли здесь пути. Следы ведут на этот гребень. Видимо, это и есть зеленый склон. Здесь следы обрываются. Дальше надо лезть. Добралась. Где же ты прячешься, Утит? Объедки. Тут он выжидал, нет ли погони. Наверное, пошел дальше. Буду нагонять. Мертвая машина. Утит охотился. Все полезное он забрал. Наверное, Утит собирал детали для оружия. Опасность. Поршни ищут добычу. Полезное он забрал. Thank you.
искать Утида. Куда он отсюда пошел? Завалил лиходея. Непростая добыча, но хорошие детали. Мертвые рыскари. Утид набрал деталей. Вторая будет в сердце. Утид? Охотница за головами? Ты же еще соплячка. Я не охотиться на тебя пришла. Ты ни в чем не виноват. Не виноват? Ха-ха. Ну ладно. Если это хитроумная западня, ты заслужила добычу. Никаких уловок, честно. Хорошо. Говори. Что случилось в закатной крепости? На самом деле? Ну, слушай. Долго, каждую ночь в палаточном городе кто-то умирал. Всегда во сне, без борьбы. Старики, больные, иногда дети. Те, кто не мог сражаться. Я не сразу понял, что их убирают. Но кто это делал? Сначала все думали, что злой дух. Но это был человек и тихий яд. Мы поймали его не сразу, но поймали и привели его Бахавасу на суд. Верховному жрецу? Это он назначил за тебя награду? Да. Он похвалил меня за рвение и велел стражам отпустить убийцу. Ясно? Потому что это был его слуга. На нас набросились. Надо было мне умереть там. С моими верными воинами. 20 лет я служу солнцу. И что? Я вижу лишь подлость. А честь, жертвенность, настоящая. Та, о которой ничего не знают жрецы. Ее здесь нет. Если волнует честь, иди лучше к Карха Солнца. Они занудные, конечно, но хоть честные. Карха устраивали набеги на твое племя. На все окрестные племена. Такова была воля солнца. И я подчинялся. Иные шли дальше. Но, как и их капитан... Утид, не важно, что ты сделал. Не мне тебя судить. Но Карха Солнца изменились. И ты можешь. Возможно. Ават не понимает, что солнце требует от своих воинов. Или понимает слишком хорошо. Ты прям как Марат безгрешный. Ты хороший человек. Но почему ты вообще служишь Карха Тьмы? Зачем? Ради Итамена. Ведь он же истинный король. Он же просто ребенок. Да. Итамен чистый лист. Он ничем не запятнан. Но его обманули. И нашу веру. Теперь я это вижу. В полдень не бывает тени. Не Бахавас опозорил мое имя. Я сделал это сам, служа ложному престолу. Я знаю, кто хочет тебя спасти. Это женщина, Ванаша. Но прежде тебя нужно вытащить. А ты кто? Вроде охотница, а приказы раздаешь как воин. Наемники. Думаешь, пришли объявить, что я не виновен? Зря ты покинул долину, Карха! Эти горы принадлежат нам, убийцам Кикука!
Теперь от тебя даже слабого эха не останется. Ты вообще не заметал следов. Будто нарочно хотел устроить зрелище. А тебя не проведешь. Эй, болваны, здесь брат! Бойцы, мы еще можем их добить! Держитесь! На подходе еще один отряд! За мной. У меня припрятаны стрелы. Я хочу путешествовать налегке. Залезай.
Набирай все, что успеешь. Сильный снегопад. Мир белеет. Всегда приятно, когда жертва отчаянно обороняется. Ну что, монстры? Мы привели сюда жреца, пора начинать зрелище. Его капюшон. У меня с Бахавасом есть разговор. Будет сложно. Боюсь, ты выбрала не ту сторону. Я не собираюсь сегодня умирать. Да? А я вот с утра собирался. Но мои монстры любят разнообразие. Давайте, парни! Залезай. Парни, тревога! Закончить это.
Давай, наступай! Где? Если оно еще существует. Больше боеприпасов нет. И все монстры. Пока вот надеялся спрятаться за их спинами. Но теперь у нас есть шанс. Ты со мной? Будет непросто. У Бахаваса все еще есть охрана. Туда, и мы его настигнем. Я найду тебе применение. Я пришел за тобой сам. Прекратить твои страдания, Утит. И свои. Нас привели чужаки. Цену заломили. Хорошо, что мертвецам не надо платить. Но довольно слов! Перейдем к делу! Убрать их с глаз солнца! Это праведный бой! Если это еще имеет... Настал закат твоей жалкой жизни, Ути. Пусть они забьются в агонии, когда пойдет на них смерть. Предателя и девчонку. Единица. Настал закат твоей жалкой жизни. Они собьются в агонии, когда пойдет на них тень. Убейте предателя и девчонку! Сейчас достанем.
Сколько он тебе предложил? Плачу вдвое. Вчетверо. Нет. Мне все это надоело. Твоя ложь, твоя жестокость и твои благовония. Ты ведь сам себя не убьешь? Это было нужно. Убрать слабых, чтобы дать шанс всем остальным. Пустые слова. Может, солнце найдет каплю блага в твоих иссохших костях. Ну, вы устроили спектакль. Ты не торопилась. Занята была. Куда, по-твоему, делись изгоя Яна? Еще один отряд наемников. И нужно было организовать доставку беглеца в Меридиан. Дай нам поговорить, Утит, о женском. Я поражена до глубины души. Надо же, хитрый Бахавас попался в свою же ловушку. Его смерть открыла нам новые горизонты. Юный Итаман и Насади, его мать, живут в закатной крепости, как заложники. Без Бахаваса про них на время забудут. Хочу их вытащить. Ты поможешь мне? А что нужно, чтобы вывести Насади и Итамана? Из закатной крепости их теперь вывести несложно. Я смогу сама. Сложнее будет переправить через границу в Дом Солнца. На выжженном берегу найди трех паловых уадил. Его люди должны были расчистить нам путь. Так что просто иди туда и жди меня. Если путь тебе уже расчистили, зачем нужна я? На всякий случай, охотница. Что-нибудь сорвется, и тогда мне пригодится хороший воин. Ты. Ладно, я постараюсь. Она сказала, ты мне поможешь. Мы идем в Меридиан? Ну, если ты хочешь, милый. А у меня есть выбор? Никакого. Я просто вежливая. Думаешь, Ават примет к себе того, кто служил его врагам? Он великодушен. Просто улыбайся. Улыбаться умеешь? Ну нет, это гримаса. Боишься идти в Меридиан? Я был солдатом 20 лет. Я ничего...